Всем привет! Сегодня пятница, 13-е. Улица Промышленная. Самый такой хреновый участок на улице Промышленной. Но пока еще не начался делаться. Так назовем день третий. Машины продолжают объезжать ямки. А в самом начале поставили знаки, что идет ремонт дороги. Продолжаем объезжать. Вот так. А как еще? Как иначе-то? Так. Я только заменил опорные подшипники. Чувствую, уже мне скоро шаровые менять надо будет по таким дорогам. Так, пятница, ага. Рабочие выставились. Ага, решили вторую сторону начать. То есть они начали делать ту дорогу, которая ровная. Нормальная тема. Ту дорогу, которая ровная, они начали делать нормально. А вот ту дорогу, которая кривая, как говорится, не с той стороны начали. Или, может, им бордюры понадобились, скажут, ну ее, эту дорогу пусть она быстрее развалится, быстрее люди перестанут ездить по ней. Я так понимаю, вот эту сторону сейчас будут снимать, а, бордюры. И дорога здесь вроде хорошая. Ну ладно, так что пока на сегодня вот такая обстановка. То есть вот все повыдергивали, ушли отсюда. Дальше там выдергивают их бордюры. Ну, всем спасибо. С вами был Посадыч. Продолжаем наблюдать за дорогой, как идет ход ремонта ее.